20-я юбилейная спартакиада работников предприятий компании «Фосагро», членов Росхимпрофсоюза, прошла на Балаковской земле. Три дня в заводском ФОКе Балаковского филиала АО «Апатит» представители пяти команд состязались в футболе, волейболе, баскетболе, плавании, легкой атлетике и шахматах. К этим соревнованиям спортсмены-химики готовились основательно. Где-то за месяц, за два начали собираться и баскетбол, футбол, наигрывать состав. Очень вообще классный ФОК. Я приезжаю постоянно в командировку сюда. В зал хожу заниматься, в тренажерный. Очень нравится. В каждой команде 12 человек. У каждого своя сильная спортивная сторона, а то и несколько. И в итоге получается сплоченный коллектив единомышленников в спорте, в котором всегда есть место новичкам. Порядка 50% участников спартакиады новые лица. И это очень радует, потому что молодежь приходит на предприятие. Это для них развитие, это здоровый образ жизни, соревнования. Спорт. Виды спорта для соревнований выбирают такие, чтобы каждый участник мог раскрыть свои таланты. Практически половина состязаний – игровые, в которых результат зависит от умения взаимодействовать. Химики уверены, такие мероприятия помогают сплотить не только трудовые коллективы на каждом предприятии компании «Фосагро», но и объединить все площадки. Спорт, он должен присутствовать всегда, потому что он работает очень положительно на мозговую деятельность. И, в принципе, он является как и отдыхом, расслаблением после трудового рабочего дня. И вот такие соревнования являются хорошим способом общения. То есть спортивная дружба и язык спорта – это самый универсальный язык. Спорт для компании «Фосагро» является одним из приоритетных направлений в социальной политике. Почти на каждом предприятии есть свои современные физкультурно-оздоровительные комплексы. И результаты своих тренировок химики показывают на спартакиадах. Место проведения спартакиад отменяем. В этом году Балаково, в следующем году уже будет другая площадка принимать. В этом году летняя, в следующем году зимняя, то есть у нас еще и по видам спорта. Конечно же, это огромная возможность для ребят пообщаться между площадками. В этих соревнованиях результаты оценивались в каждом виде спорта. Балаковцы, например, отличились в легкой атлетике и шахматах. Приятно, что интеллектуальный вид спорта – наш конек. Следующая спартакиада работников предприятий компании «Фосагро», членов Росхимпрофсоюза, будет зимней. И она опять объединит тех, кто говорит на одном языке – языке спорта.